Mitä sinulle kuuluu? Всем привет! В этом видео мы поговорим о выражении, которое используется повседневно при приветствии. Mitä sinulle kuuluu? В русском языке этот вопрос звучит «как дела?». Suomen kielen kysymys «Mitä sinulle kuuluu?» on idiomi, eli ilmaus, jolla on itsenäinen merkitys. Финский вопрос «как дела?» – это идиоматическое выражение, то есть оборот речи, употребляющийся как единое целое. Мы не переводим его дословно или слово за словом, не можем расчленить на составляющие. Kun käännämme sen eri kieliin, käytämme kohdekielten vastaavia ilmauksia. Когда мы переводим это выражение на другие языки, мы используем аналогичные выражения, которые существуют в этих языках, а не дословный перевод. Вопрос может прозвучать по-разному. Voimme kysyä eri tavalla. Mitä kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? Переводим мы его все равно, как дела. Vastauksia voi olla paljon erilaisia. Также и ответить мы можем разными способами. Kiitos, hyvää. Tai hyvää, kiitos. Спасибо, хорошо. Или хорошо, спасибо. Полный ответ звучит как... Minulle kuuluu hyvää. У меня все хорошо. Еще можно ответить. Ihan hyvää. Ihan jees. Вполне хорошо. Ok. Нормально. No ei kauhean hyvää. Не очень хорошо. Niin ja näin. Так себе. Tässähän tää. Mitäs tässä? Ничего особенного. Конечно, есть и другие варианты ответов. Можете написать в комментариях, что вам придет в голову.